You can find out more about WRMI at our website, WRMI.net. That's WRMI.net. Visit our website and share your QSL reports. This is WRMI. Уважаемые радиослушатели, для вас в эфире в диапазоне коротких волн на частоте 15770 кГц очередная ностальгическая трансляция. Сегодня в рамках цикла «Это было на маяке» мы с вами вспомним ретро-передачу «Чего старенького» и бессменного ведущего этой программы Игоря Борисовича Макарова. Игорь Борисович родился 28 апреля 1955 года в Саратове. Является автором и ведущим музыкальных радиопрограмм, а также коллекционером, филофонистом и реставратором архивных фонограмм. В 1977 году окончил Московский электротехнический институт связи по специальности радиотехник. Активной музыкально-просветительской деятельностью начал заниматься с 1989 года, будучи сотрудником «Мелодии». В 1990 году организовал радиопередачу «Моя любимая пластинка» на третьей программе Всесоюзного радио, впоследствии Радио России. «Моя любимая пластинка» выходила в эфир один раз в неделю. В выпусках звучали главным образом архивные записи отечественной и зарубежной эстрады. С 1996 года Игорь Борисович начал работать на «Маяке». Появилось и новое название передачи «Чего старенького». Идею этой передачи придумала ведущая и режиссер «Маяка» Елена Труханова. В первые годы существования передачи на «Маяке» Игорь Борисович проводил эфиры с ведущими, а с 2000 года стал вести передачу один. В этом ему помогала редактор Тамара Салахетдинова. В начале 2000-х годов на волне «Маяка-24» выходила мини-рубрика «5 минут ретро» с Игорем Макаровым. В 2007 году после смены формата вещания «Маяка» все ретро-передачи Игоря Борисовича Макарова, как, впрочем, и других авторов, были закрыты. Сейчас для вас прозвучит один из выпусков передачи «Чего старенького» начала 2000-х годов. Замечу, что эта передача звучала в преддверии Международного женского дня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Традиционная субботняя рубрика «Чего старенького» – музыкальная передача для любителей и коллекционеров грамзаписи. В студии, как всегда, ее постоянный автор и ведущий Игорь Макаров. Сегодняшний выпуск, в соответствии с объявленным ранее, пройдет в ритмах зарубежной эстрады 50-х-60-х годов. Как я говорил еще полгода назад, в лазерной серии «Дискотека в радиолах» важным праздником планировалось издание подарочного двойного альбома. Но только вот к 8 марта появился он в московских магазинах. Подобно другим архивным программам, которые я представлял в эфире, радиостанция «Маяк» является информационным спонсором и данного издания. Сегодня мы послушаем несколько музыкальных произведений из нового альбома. Правда, некоторые из них уже звучали в нашей рубрике, но еще бы. Ведь это, как говорится, вечно зеленые супершлаги, мимо которых пройти просто невозможно, говоря о ретро-музыке. Многие из них имеют давнюю историю и памятны с момента появления на пластинках. Вот так, например, первый номер сегодняшней программы, легендарная, можно сказать, песня «Истанбул», хорошо знакомая и любимая у нас едва ли не больше, чем за океаном. Откуда она полвека назад разными, порой даже полулегальными путями попала в Советский Союз. Слушаем запись канадского ансамбля «The Overlap», «Четыре парня», «Истанбул, не Константинополь».
Песня Ната Саймона на слова Джимми Кеннеди. 1953 год.